Главное, найдите еще двух энтузиастов, которые разделяют вашу мечту. Если вы их найдете, вне зависимости от того, какая у них квалификация, у вас все получится. Потому что это определенная энергия, это определенный психотип человека, который, начиная что-то делать, мечтает о том, что этим продуктом, этой услугой он изменит мир к лучшему, он победит и сделает что-то такое, от чего люди все будут довольны. И почему такие люди могут быть успешными, вот эти мечтатели хреновы? По одной простой причине. Когда человек мечтает что-то сделать для людей так, чтобы ему это нравилось, у него другая энергия. Когда у него другая энергия, он думает головой, он думает жопой, он думает позвоночником, работает все тело. И он четко знает, что он все равно не пропадет, и он принимает самые нестандартные решения. И поэтому это люди номер один. Если понравилось это видео, ставим лайки, делимся в соцсетях, подписываемся и не забываем поставить колокольчик для того, чтобы не пропустить новых видеороликов.